Ну что, вот машинка учебно-тренировочная. Есть вариант потренироваться. Начнем. Его непосредственно начальника. Это такой международный скандал, после которого наши противники не скоро придут в себя. Затем, через какое-то время, Пола Редфорда мы вышлем из страны и сделаем так, что в Вашингтоне он сразу попадет на себя. Потихонечку очищается все. Уже прилично прорядил. Работы, конечно, еще много, но уже видно, что более-менее вмятин резко поуменьшилось. Прорядилась стоечка. Вмятины, конечно, еще пооставались. Но небольшие мелкие уже поуходили. Ну вот, теперь можно потихоньку крышей заняться. Вот сейчас и начнем здесь работать. Предплат. Минимальная цена 30 тысяч рублей. Вот такая красота. Вот сколько грибов выросло. И то еще не все. Ну, сейчас начнем смыкать грибы. Ну, вот, чуть и тут уже подразрядилось. Не все, конечно. Чуть подразрядилось. Продолжаем дальше. Попрорядилось. По сравнению с вот этим. Появилась вот тут прогалинка. Прогалинка уже началась. Я же думал, разбирать. Сейчас будем делать вот тут прогалинку. Ну, чуть прорядилась крыша. Конечно, это еще не финиш, но вот здесь еще я не стал доделывать. Здесь под усилителем потом позанимаюсь. Вот здесь, и здесь. Вот эти вкусности оставляются на потом. Ну, а в общем-то уже прорядилась неплохо. Уже похоже, что вроде как тут крыша, а не месиво градовая, допустим, как вот в этих местах. То есть все получается, было бы желание.